Ребята, всем привет! Вы на канале Мультяшки-развивашки. Сегодня мы продолжаем играть в игру Воришка Боб. Ну что, давайте посмотрим, какие приключения ждут нас сегодня. Ой, как интересно! Ого! Посмотрите, как здесь темно! Мамочки, как я боюсь! Ой, какой огромный охранник! А вот наш Боб! Так, Боб, будь осторожнее! Ребята, вы уже играете в эту игру? Если да, ставьте лайк! Посмотрим, сколько нас таких игроков! Ой, здесь есть камера! Так, как же нам ее пройти? Так, давай, Боб. Ой, ну здесь очень-очень темно, даже трудно что-то увидеть. Интересно, как Боб все видит в темноте? Так. Ого, и в этой комнате есть камера. Ой, я даже не заметила. Давай, Боб, проходи, быстрей. Так, отлично. Ой, что это? Это что, пес? Хотя бы нам его не разбудить. А, он спит или что? Да, он спит, ребята. Так что нам нужно двигать назад. Кстати, мы уже выполнили задание. И собрали уже полный мешочек с драгоценностями. Ой, ого, как он храпит. Ничего себе. Так, что-то стоит, камера на месте. А, нет, все, вот она возвращается. Так, осторожнее, Боб. Давай, быстрей. Отлично, спрятались мы. Так, пока все удалось. Так, и приготовились. Главное, что нас не заметил бы охранник. Ну что, ребята, все, мы уже возле лифта. Осторожнее. Давай, лифт, где ты есть, поднимайся. Вот едет лифт. Ура, ребят, все, есть, мы выполнили одно задание. Первое задание на сегодня, отлично. Так, ну что, давайте посмотрим, каким у нас будет следующий дом. Привет, Боб. Ого, ребята. Какой-то огромный дом, похож на банк. Не знаю, что это за дом, давайте посмотрим. Ого, я уже вижу, у нас будут заперты двери какие-то, потому что здесь лежит в соседней комнате ключик. Так, отлично, собираем всякую-всякую-всяченку, ребята. Заполняем наш мешочек. И вот здесь тоже кто-то шастает. Мы спрятались, как всегда, в бутылку. Так, Боб, тебе там ничего не жмет. Это надо же было. Как можно спрятаться в такую маленькую бутылочку? Так, а как же нам... Я даже не знаю, ребята, как нам... Давайте попробуем вот так. О, отлично, да, все получилось. Ой, только здесь тоже есть охранник. Мы оставили следы за собой. Ай-яй-яй-яй-яй. Сейчас, по-моему, он будет за нами бежать. Смотрите, он идет за нами по следам. Так, все, высыхают следы. Давайте немножечко походим по кругу, пока наши следы высохнут. Так, все, потерял он след. А мы сейчас пройдем вот сюда. Давай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, быстрей. Фух, успели. И давай, отлично. Так, возвращаемся. Ну что, в принципе... Так, а здесь хоть никого нету? Нет, здесь никого нету. И это нужная нам комната, ребята. Вот есть здесь ключик. Отлично, мы выполнили задание. И можем возвращаться назад. А, даже у нас есть вот ключ от вот этой вот двери. И... Ура, ребята, мы даже выполнили еще одно задание. Да, как-то сегодня работается не очень сложно. Хотя сейчас посмотрим, ребята, что же будет дальше. Думаю, что будет нелегко. Есть, ура, все, мешочек собран, все отлично, все круто проходит. Давай, Боб, поехали дальше. Так, посмотрим на этот дом.
Ну, где же он? Давай, давай, давай. Боб, показывай следующий дом. Вот он, следующий дом. Какой-то, наверное, супермаркет, что ли. Я вижу, есть здесь раздевалка, где наш Боб будет переодеваться, скорее всего. Так, а кто здесь? Здесь кто-то стоит. Осторожнее, Боб. Давай, 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 Боб. Так, надеюсь, что он нас не заметит. Вау, мы можем спрятаться. Кто-то идет сюда. Ага, вот такая вот дама. Идет. Не идет, а пишет прям. Так, Боб, давай, выползай. И вот что-то лежит. Так, взяли мы всякую штучку. Так, что это за столовая какая-то, непонятно. Кто-то кушает. И, кстати, они для нас тоже опасны. Хотя бы они нас не заметили. А куда же нам, что, нужно вернуться? Ничего не понятно. Так, а давайте попробуем пойти за ней. Ага, смотрите, она заворачивает, а мы, в принципе, можем спрятаться вот здесь вот. Есть, и теперь в раздевалочку, и, в принципе, смотрите, какие мы незаметные, вау. Наш воришка Боб превратился в вот такую вот очаровательную даму. Так, мы теперь спокойненько проходим, нас никто не узнает. Ой, какой бутерброд, может быть, подкрепиться нам? Так, все, вот наш настоящий воришка. Есть, отличненько. Осторожнее. Давай, 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 Боб, ой. Ну, чего он заснул? Давай, давай, иди. Есть, ребята, есть, ура, ура, ура. Все, мы выполнили задание, все у нас получилось. И вот наш ключик. Так, а где же дверь? Давайте попробуем поискать еще и дверь же, ребят. Ключик-то мы взяли. Ой-ой-ой-ой, как страшно. Все, есть. А, вот, смотрите, вот это наша дверь. Есть, отлично. И, ой-ой-ой-ой-ой, прячемся быстрее. Смотрите, бегут, бегут, все бегут. Ха, а нас-то нету. А мы ловко спрятались в цветочке. Сейчас пройдет время, мы, ребята, переоденемся и попробуем выйти из этой комнаты. Все, переодеваемся, быстрее, 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 есть. Все, отлично, Боб, теперь нас точно никто не узнает и не заметит. Все, мы выходим к лифту и немножечко подождем. Вот наш лифт, отлично, еще одно задание выполнено, круто. Да, только немножечко мы попались, конечно, вернее, чуть не попались. Но все прошло гладко. Нашего воришку Боба никто не поймал. Кстати, ребята, а вы уже подписались на наш канал? Если еще нет, то обязательно подписывайтесь. На нашем канале очень много интересных для вас видео. А у нас, ребята, следующий дом. Ого, он тоже огромный, посмотрите. Так, снова у нас ночь. Наш воришка Боб работает в ночное время. Ой-ой-ой-ой, по-моему, нас кто-то услышал. Не кто-то, это охранники нас услышали. Быстрее, быстрее, Боб. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. О, нет! Ой-ой-ой-ой-ой, куда? Куда бежать? Быстрее, 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 Боб. Так, стоим тихонько. Надеюсь, нас не заметят. Все, отлично. Все успокоились. Вот это да, чуть-чуть не попались мы, ребята, вы видели? Это какой-то кошмар. Так, а как же нам пройти этого охранника? Наверное, сейчас будем пробовать. Так, все, можно выходить, пошли, Боб. А где же нужная нам комната? А, она вот вверху. Ого, как же здесь темно. Осторожнее, осторожнее. Так, собираем, собираем всякие драгоценности. Заполняем наш мешочек, не забываем об этом. Сейчас попробуем как-то обмануть и этого охранника. Ну, в принципе, вот сейчас можно идти. Так, взяли мы, отлично, пополнили мешочек. А, вот смотрите, ребята, вот штучка, которой мы можем отвлечь внимание охранника. О, отлично, ура, у нас все получается. Класс, давай, давай, Боб, у нас очень мало времени с тобой. Ага, что, в принципе, все?
А как же мы успеем? Ну, давайте немножечко тогда постоим, подождем. Что, попробуем тогда еще разок, ребят? Давайте подумаем. А, нам, в принципе, можно пройти... Вот, смотрите, вот ключик. А, и, конечно же, вкусный бутербродик. Боб немножечко подкрепился наш, отлично. Так, ой-ой-ой, осторожнее. Идет охранник, выходить нам пока нельзя. Давай, разворачивайся, все, выходим. И сейчас попробуем пробраться. Так, вот отвлечем внимание, ребята, охранника, и попробуем пробраться. Так, в следующую комнату. Давай, Боб, быстрее. Открывай. Есть. Ага, понятно, ребята, нам нужен был ключик, мы не могли открыть эту дверь. Ну, отлично. Вот еще есть вот такая вот штучка, которая отвлечет внимание нашего охранника. Так, попробуем ее сейчас включить, наверное. Есть, а сами убегаем быстрее. Смотрите, так, есть, идет, он услышал. Давай, Боб, быстрее выходим. Так, есть. По-моему, у нас все круто получается. О, смотрите. Светит своим фонариком, как вроде бы кого-то ищет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, заметил, ребята, следы. Мы оставили за собой следы. Сейчас мы немножечко побегаем вокруг, пока наши следы не высохнут. Отлично, следы начинают высыхать. О, все, охранник нас теряет. Успокоился, фух, наконец-то. Ну, надо же было так попасться. Сейчас мы отвлечем тебя еще разочек. Так. Давай, Боб, быстрей. Так, ребятки, как же нам пробраться в нужную комнату? Ой-ой-ой, а здесь камера? Ух тышка, смотрите, есть, отлично. Ну вот, мы в нужной нам комнате. Ура, оказалось, это уже не так и сложно. Давай. Все, в принципе, мешочек собран. Со всякими драгоценностями. Осталось, ребята, только выйти теперь отсюда нам. Так, надеюсь, что это нам будет несложно сделать. Давайте включаем эту шарманку. Давай, быстрей. Все, можно выходить. Внимание, одного отвлекли мы. Осталось нам, по-моему, парочку охранников. Правда, ребята? Так, мы спрятались. Немного подождем. Ого, сколько же их здесь. Осторожнее. Давайте пойдем, наверное, попробуем за охранником. Здесь мы спрячемся. Быстрей. Так, осталось, ребята, нам совсем немного. В принципе, мы уже возле лифта, смотрите. Все, лифт подъезжает. И отлично, фух. Да, очень-очень сложный был уровень. Но мы его прошли, ребята. Отлично, задание выполнено, круто. Мешочек полный собран. Так что все прошло замечательно, ребята. Ну а на сегодня время у нас заканчивается. Пишите нам свои комментарии, ставьте лайки, конечно же, подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока, до скорых встреч, друзья!